10 декабря, минус 7 градусов, зимуем уже 45 дней, сидят в клубах, посмотрим ход зимовки, откроем семьи. F1, зимовалых ИО маток. Ну, откроем первую семейку F1. Ну, клуб собрался немного по диагонали. 10 улочек. Вот так сидит клуб. Сел у задней стенки почему-то. Здесь все медовые. Это 99-я линия. Пчелка желтая. Зимует. Пчела желтая. Вот так сидит спокойным клубом. Закрываем. Пленка. Крышки пенопласт. Посмотрим вторую семейку. Смотрим вторую семейку. Здесь клуб сидит на все 10 рамок. Это VIF-8 в сентябре. Я показывал вам эту семью. Вот так сидит клуб у передней стенки. Занимает 11 улочек. Видно от стенки до стенки. Ну и больше половины рамок. Пчела рыжая. Вы знаете, я работаю над стандартом пчелы Golden Buckwheat Беларусь. Многие, вы знаете, спорят, якобы у Buckwheat нет стандарта. Даже Адам в своих книгах упоминает, что мы должны иметь представление стандарта пчелы. В данном случае это пчела Buckwheat. О стандарте можно найти в Pedigree. Основные ХПП пчел Buckwheat там предоставлены. Моя цель и моя работа по селекции пчелы Golden Buckwheat Беларусь заключается в закреплении стандарта цвета. Это желтый. Вот зимовка. Они у нас сели в конце октября, ноябрь, 10 декабря. Грубо говоря, 50 дней пчелы зимуют. Видно, зимовка спокойная, все сидят в клубе. Эту семью я показывал 1 сентября, видеоролик. 8 наставок меда было под ней. Закрываем семью. Смотрим третью. Это 104-я линия. Улочек. Вот это средняя семейка пчелы Buckwheat. Это 104-я линия. Мы здесь меняли матку. Также собралась немного клином у передней стенки. Это F1. Закрываем. Это было F1, третья семья. Посмотрим VIF-300. Также семья сидит у передней стенки. 10 улочек. Четвертая семейка F1, VIF-300. Сели у передней стенки. Вот клуб. Занимает 10 улочек такой плотной обсидки. Пчела также желтая. Это говорит о том, что линии VIF-99, VIF-104, VIF-300 это очень стабилизированные линии по цвету. Если даже в F1 пчелы идут желтые, для меня лично это вот именно тот стандарт, о котором говорил брат Адам в своих книгах. Мы должны от чего-то отталкиваться. И работа по пчеле, и работа по селекции Buckwheat, допустим, в Беларуси, ведется очень обширная.
Кто-то работает в ВСХ, я работаю по цвету. Также, конечно, мы преследуем и другие критерии, как медистость, усидчивость, незлобливость, хорошая зимовка. И на каком-то этапе, на каком-то витке развития Бакваста в Беларуси мы можем объединять эти линии, генерировать еще новые линии, еще новые комбинации. Поэтому вот такая работа с пчелой Бакваст. Она творческая, интересная. Критерии отбора, селекции пчелы Бакваст каждый заводчик может выбрать на свое усмотрение. Закрываем ВИФ-300. Посмотрим его. Открываем улей с его маткой. Ну вот он, клуб сидит у передней стенки. Вот так села семья. Здесь все печатный мед. Это 55-я линия маточка. 6 улочек. Чуть ниже среднего семья. У меня ИО матки зимовали не одну уже зиму на 3 рамках. Отлично перезимовывали. У меня есть видео на канале «Взрывное развитие ИО матки». Я эту еще матку Хлыбову отправлял. Так та семья перезимовала на 4 рамках. И к маю уже имела 2 наставки меда. Вот такие эти ИО матки. Они очень интересные. Закрываем эту семейку, посмотрим следующую. Смотрим следующую. Вот еще его. Ну, клуб у передней стенки спокойненько зимует. Это его матка. ВИФ 104. 6 улочек. ВИФ 104. Это 100% продукт белорусской селекции. Кто брал у нас маток линии 104, люди довольны, просят нас именно эти линии. Зимовалая матка ИО ВИФ 104. Она уже выкуплена, весной пойдет на продажу. Ну, закрываем его. Третью семейку открываю ИО. Это также 104-я линия на 7 улочках. Ну, чуть побольше семейка. Вот так она занимает. Эти матки, они сами набрали силу где-то с конца июля. Зимуют на своей пчеле. В предложениях о зимовалых матках мы пишем, что эти семьи уже проверены на зимовку, на свою пчелу фенотип. Усидчивость, миролюбие. И мы где-то в мае реализовываем этих маток. Уже видно и сила ИО маток, витальность и на что они способны. Это уже, можно сказать, условно племенные матки, которые проверены, протестированы у меня на пасеке. Вот такая семейка ИО ВИФ 104. Открываем. Декабря я вам показал семьи F1 ИО маток. У нас уже зимовка длится примерно 50 дней. Пчелы сидят спокойно в плотных клубах. Начало зимовки отличное. Любовь к пчелам помогает нам двигаться дальше и дальше. Потому что это навсегда. Желаю вам, пчеловоды, не болеть. Желаю вам отличной зимовки. И Божьих благословений. Thank you.